Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в мене в гостях дивовижна людина. Композитор, музикознавець, старший викладач, викладач вищої категорії, викладач дитячої музичної школи номер 2 Еліна Образцова. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Ви сьогодні вперше на розмові, так? Да, трохи я сьогодні впервые на вашей передаче. Да, немножко есть волнение, конечно. Но очень дружелюбная такая, приятная аура. Я думаю, что все будет нормально. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, з чого все взагалі почалось? Коли ви полюбили музику? Адже, наскільки я знаю, ваші батьки не музиканти. Да, совершенно верно. Дело в том, что мои родители инженеры. Отец был главным инженером и директором завода «Эра». Мама была ведущим инженером ЦКБ «Черноморсудопроект». И мой старший брат тоже ведущий инженер этого же предприятия. То есть у нас, в принципе, все технического направления, но есть корни, это академик Образцов, это тоже технические корни, но есть его сын Сергей Владимирович Образцов, который известный был кукольник, вот, человек творческий, и всегда вот он для меня был, скажем так, вот образцом, ориентиром, вот, и я очень дорожу, что я отношусь к этому роду достопочтенному, вот, и даже никогда не меняла свою фамилию, вот, и горжусь вот такими корнями, такими людьми, которые вот как бы у истоков моего творчества. А начиналось все, мне было где-то 5,5 лет, и я пришла к своему преподавателю Мамченко Нине Всеволодовне на урок музыки, и мне очень хотелось научиться, у нас появился инструмент фортепиано в доме, и я подходила, как маленький ребенок, тихонечко трогала клавиши, белые, черные, играла, прислушивалась, как они звучат, это все было очень интересно, вот, и родители приняли решение попробовать заниматься музыкой. И это был вот такой ранний, скажем, нежный возраст, 5,5 лет, первые уроки. И полтора года до поступления в детскую музыкальную школу номер 1 имени Римского-Корсакова я занималась этим преподавателем. Потом было поступление, причем очень серьезное. Вот были очень дуже складные вступные испыты, нужно было пройти и прослушивание. Вот. И я попала, был конкурсный отбор тогда в музыкальную школу. Вот, и с честью закончила первую музыкальную школу. Вот с этого все начиналось, как бы. А потом, я так разумею, а потом, да, а потом настолько меня увлекла, как бы, вот эта стихия музыки, стихия творчества. Вот первые произведения, в принципе, начали, может быть, даже в музыкальной школе. Я очень любила подбирать по слуху произведения. Вот все знакомые популярные мелодии, музыка из кинофильма, все, что слышала, все, что звучало на эстраде, вот все подбирала по слуху, а потом начала, как бы, сама уже какие-то композиции придумывать. Вначале это были отдельные мелодии, потом уже потихонечку придумывала и сопровождение. Вот. А потом было поступление в музыкальное училище, вот. Причем тоже очень был серьезный конкурсный отбор. Вот. И я туда поступила и закончила через 4 года с красным дипломом, с отличием, и попала в число 5%. То есть вот нас было несколько человек, получили рекомендацию для поступления. Ну, затем я выбрала дальше, после окончания училища, еще как бы поставила новую себе веху, новый уровень, это Одесская консерватория, вот, и с честью закончила ее и получила рекомендацию продолжать дальше в аспирантуре учебу, потому что уже фактически была сделана половина диссертации. Вот. Но дело в том, что меня больше привлекло, чем научная деятельность, работа с детьми. И я, в общем-то, вернулась в Николаев музыкальную школу, вот, к своим ученикам, вот, которые уже вот у меня тогда вот первый класс мне дали, вот первые дети появились, вот, и я все-таки больше в себе почувствовала педагога, чем вот ученого, музыкознавца, вот, и в музыкальной школе номер 2 работаю с 82 года, вот, исполняется этим летом ровно 35 лет, так что юбилей в этом году, что я в этой школе верой и правдой такой, как бы, большой срок проработала. Сколько за цей час уже выпускники было, чужие не рахували? Вы знаете, очень много, вот даже для того, чтобы, вот недавно мне было присвоено старший выкладач, это почетное звание, вот, и для того, чтобы нужно было собрать определенную документацию, вот, и я обратилась в музыкальное училище, вот, и они мне подали списки тех детей, которые там учились, их было несколько десятков, то есть где-то человек 40, если не 50, это выпускники, которые вот от меня вот поступали туда и продолжают теперь традиции.
Вот. Даже вот я немножко себя чувствую в амплуа музыкальной бабушки. Почему? Потому что мои бывшие выпускники приводят своих деток. Это очень приятно. Вот среди первоклассников нынешних, которые у меня сейчас есть, вот это у дети моих детей музыкальных, скажем так. Тобто вже якась іде далі? Да, преемственность, да, поколений. Вот, и я очень рада, в принципе, этому, что это замечательно. То есть, если вот из общего количества выпускников за все 35 лет, ну, это сотни, наверное, людей, вот, в общем-то, которые продолжают обучение, вот, есть и в Америке, есть и в Киеве, вот, есть в других городах, то есть, это дети, которым я как бы дала путевку в жизнь, вот, по своим предметам, вот, и очень приятно. Вот так что... Сьогодні ви також принесли дипломи, подяки, я так розумію, це не лише ваші, а й ваших учнів. Да. Да, значит, дело в том, что вот я с огромным удовольствием, и мои ученики, мы участвуем в конкурсах, вот, которые есть номинация композиция, импровизация, и мои дети там принимают участие, но это уже где-то в течение лет, наверное, ну, почти 10. Вот. У нас был конкурс «Пентатон», он проводился, международный конкурс в Николаеве, моя ученица Александра Шара в течение 5, может быть, даже 6 лет она становилась лауреатом этого конкурса, у нее были 3-е и 2-е места. Вот сейчас она закончила благополучно музыкальное училище, работает тоже в нашей музыкальной школе как преподаватель. Дети участвуют в конкурсах международных «Виват Музыка», который проводится в Каховке. Это очень серьезный, кстати, статусный конкурс. Во всеукраинском конкурсе «Лиманские зори». Вот. То есть, в общем-то, дипломов и грамот за это время накопилось очень большое количество. Вот. И я рада, что вот этот как бы импульс творческий, что мои дети подхватывают. Есть и взрослые, вот есть и малыши. Вот. Им это нравится. Вот я как-то, вот, скажем так, вот ну, заразила их вот в хорошем плане вот этой любовью к творчеству, к созданию музыки. Не просто вот что-то исполнить, а вот, допустим, самому что-то создать, вот, чтобы было твое личное авторское. В яких жанрах ви створюєте музику? І який найбільше подобається? Ви знаєте, жанри, в принципі, я хочу сказати, що я, в принципі, камерний как бы, композитор, работаю в камерних жанрах. Вот. Но є один детский мюзикл, зараз я работаю ще над одним произведением, над одним мюзиклом, я не буду пока приоткрывать завесу до поры до времени. Вот. Мюзикл називався юмористический «Старая сказка на новый лад» или «Сказка о глупом мышонке». Он с успехом был, значит, мы его ставили в рамках как бы такого городского мероприятия и областного, очень понравился. Вот относительно как бы других жанров. То есть вот я на данный момент пока нет симфонии, пока нет оратории, то есть таких вот масштабных, но вот я по душе своей лирик, я романтик, вот я не хочу как бы, конечно, себя ставить на одну линию с Шопеном или с, допустим, другими такими камерными композиторами, но вот мое это когда вот что-то очень нежное, личное и такое, скажем, интимное и небольшое. То есть, возможно, какие-то большие произведения крупные появятся, но вот мой такой стиль. То есть это небольшие камерные произведения. Причем камерные, они и инструментальные. То есть у меня есть композиции для саксофона и фортепиано, есть для флейты и фортепиано, для скрипки и фортепиано, виолончели и фортепиано, есть трио инструментальные. Вот. А что касательно вокальных произведений, это песни, вот, эстрадные, и песни, в смысле, даже не песни, это романсы, скажем, камерно-вокальные произведения. Причем круг поэтов разные. Вот, от Лины Костенко до Байрона и Альфреда де Мюссе. То есть вот такой как бы спектр вот, стихотворений, вот, которые меня привлекают. Как народжується взагалі пісня? От ви читаєте вірш, можливо, потім створюється музика, чи навпаки? Вы знаете, бывает по-разному. В общем-то, вот в моей жизни встречались поэты, люди творческие, которые сами создавали какие-то произведения, приносили стихотворения. И вот, вы знаете, вот даже, пожалуй, не скажешь какой-то рецепт, вот как это вот получается. Вот, то есть точно оно всегда по-разному получается. Бывает, читаешь стихотворения, ну да, красивые стихи, все очень, скажем, хорошо, замечательно, но не трогает, не затрагивает какую-то вот струнку души. Вот. Как-то вот у меня есть много композиций на стихи песен, романсов, на стихи Натальи Стахурской и Александра Куренова.
Это было где-то, ну, наверное, лет 17 назад. Вот мы познакомились на литературном объединении у Вячеслава Кочурина с этими ребятами. Они мне предложили свои стихи. И когда я начала читать, вот вы знаете, вот что-то зажглось, какая-то искорка внутри. Вот, и когда читаешь это стихотворение, уже пришлось поставить ноты на пюпитр, и уже сами пальцы начали, какая-то вот уже музыка, она начала появляться. То есть тут как бы не скажешь, тут уже, видимо, на уровне космоса какая-то взаимосвязь получается. И насколько я знаю, вы також берете участь в написании власних віршів, так? Да, значит, это тоже есть. Вот я с детства, может быть, даже вначале начала больше писать стихов. Вот у меня даже были и повести в детстве, писала повести, стихотворения, поэмы. Вот, но очень как бы в силу скромности характера это все только об этом знали только самые близкие, и друзья это все читали. Да, и стихи. Вот, и одна из любимых песен — это «Моя Украина». Она всегда исполняется на моих концертах. Это тоже мои стихи и моя музыка. Вот. Весь сценарий к мюзиклу, мюзикл на основе текста Маршака, но весь сценарий и тексты песен написаны мной вот в этом мюзикле о Машонке, который мы... Вот, но есть другие тоже песни на мои собственные стихи. Вы знаете, это вот в принципе очень здорово, как бы вдвойне чувствуешь себя именинником, что ты причастен, как бы вот и твой текст, и твоя музыка. Ну, как-то вот в душе такое чувство особенное. То есть вдвойне приятно, что это твое. Если творчая людина, то она творчая у всьому. І вірші, ну, може бути, і так. Музика, і все. Я пропоную, да, нашим глядачам трошки відволіктися і переглянути невеликий відеофрагмент. Здається, що все вже написано, все придумано. Звідки ви черпаєте натхнення? В принципе, вы знаете, сложно сказать, вопрос непростой, конечно, но я очень надеюсь, что еще не все написано, потому что мыслей еще очень много. Вот шла на передачу к вам, в принципе, вот мне часто задают вопрос, а вот как появляется вообще взагалі, как вообще появляется музыка? То есть вот как, вот вы садитесь и начинаете вот что-то где-то? Нет, абсолютно нет. Вот я вот, это надо, наверное, какое-то особое состояние души, вот какое-то особое, то есть или настроение, вот какое-то внутреннее должно быть, то есть ты входишь, очевидно, в какой-то резонанс с космосом, с высшими какими-то силами, вот, и вот шла у меня интонация, вы знаете, какая-то такая вот очень свежая, новая появилась, я очень надеюсь, что я ее донесу, и вот из этого появится какая-то новая композиция, так что надеюсь, что еще много чего впереди, есть творческих планов, то есть, ну, вдохновение, кто дает, откуда оно берется, ну, я даже не знаю, может быть, музы, может быть, ангел-хранитель, вот, в принципе, ну, вот... Дети, мабуть, сложно. Отдыхают. Да, вы знаете, да, дети, конечно, ученики, вот, окружение, вот, очень, опять-таки, какие-то хорошие, позитивные события, вот, когда душа поет, вот есть такое, как бы, понятие, вот, и приходишь, и вот сразу открывается крышка рояля, вот, причем я, в общем-то, сочиняю музыку по старинке, ну, не при помощи каких-то электронных гаджетов, угу, пока, то есть, в принципе, некоторые попытки есть, но больше традиционным, обычным способом, как это делали классики и романтики, то есть, открывается крышка фортепиано. Вот, и я вот недавно меня приглашала Анета Рашевская на программу «Живой звук», вот, и она была потрясена, что композитор играет по рукописям. Вот это как бы, да, действительно, я очень тщательно, очень аккуратно выписываю каждую нотку, вот, и она говорит, что это же ценно, что, в общем-то, это все вот первородно, первозданно.
такого же на сегодняшний час? Ну, наверное, нет, да. Но оно как бы очень близко, вот как бы, да, потом это все как бы... Когда тримаешь такие ноты, так одразу тепло на душе. Да, да, да. Вы знаете, почему? Потому что на уровне психологии, наверное, какая-то энергетика все-таки. Ведь начинаешь писать, работать, и вот частицы в себя, души своей, каких-то помыслов, своей энергии, все же это вкладывается в бумагу, как бы, и в это. Вот, и, наверное, оно какое-то дает как бы импульс. Не просто, что вот чисто технически напечатанные ноты, набранные. Наскільки я знаю, ви також створюєте проєкти для дітей, як завідуюча теоретичною секцією, да, зонального методичного об'єднання. Да, я вже 17 лет являюсь, скажем так, завідуючий, то есть главным теоретиком нашего города Николаева. Вот, и в этом году, значит, решила сделать такой IQ Battle. То есть это было такое, вот, скажем, действо, проект, который объединил, вот он с большим успехом прошел, вот объединил детей 25 человек из разных музыкальных школ. Вот, то есть когда-то у меня появилась идея в формате школы. Это все в очень домашнем таком камерном виде. То есть это наши ученики школьные собирались за двумя игровыми столами. Я подготавливала вопросы. Вот, их, скажем так, интеллектуальный этот бой, батл, прерывался музыкальными паузами, то есть наши же дети какие-то интересные номера, но это был домашний такой вот формат камерный. Вот. В этом году я посоветовалась с методическим кабинетом, вот, областным, и они дали свое согласие, с городским управлением культуры, вот, и они тоже одобрили. Вот. И так появилась вот такая игра в формате города. Вот. И все дети вот, получили огромный восторг. Во-первых, это и была, скажем, такая интеллектуальная им встряска. Вот сам момент, вот почему именно не конкурс, почему вот фестиваль. Потому что, вот знаете, мне говорили, ну вот сделай какой-то конкурс, вот пусть это будет для детей какое-то. То есть, но дело в том, что когда есть конкурс, есть побежденные и есть победители. Мне очень бы хотелось, чтобы и педагоги, которые привели и подготовили своих детей, и сами дети, которые пришли вот на это события, чтобы они все были на равных, чтобы все пришли с улыбкой и ушли с улыбкой. И поэтому как бы у нас, хотя победила одна команда там с незначительным перевесом в баллах, но команды очень дружно отвечали на вопросы по музыкальной литературе, определяли видеоряды, по портретам композиторов, музыка в рок-обработке, различные танцы. Вот. И так дружно, так это все замечательно, то есть расходиться им не хотелось. Вот. И вот как бы еще что объединило их, это участие, значит, каждая школа какой-то свой интересный музыкальный номер. Вот. И это была такая непринужденная атмосфера, где-то, ну, больше 2 часов. Вот. И очень понравилось всем. И отражали и телеканал Николаев, вот тоже был репортаж в новостях, и телеканал Март. Вот. И мне понравилось. И дети, когда уходили, задавали, ну, большинство, а когда будет следующий IQ Battle? До речи так. Вот, да, вот. То есть, вот, чего хотела, вот, в общем-то, того и добилась, что люди уходили с улыбкой, с позитивом. Вот. И то есть проверка знаний одновременно, это был и какой-то яркий такой вот фестиваль для детей. Это очень важно, мне кажется, чтобы вот какой-то им сделать праздник. Вот, в общем-то, эта цель была достигнута. А этот проект будет развиваться? Наверное? Да, я очень хочу продолжать. Как бы дело в том, что дети – это были выпускные, предвыпускные классы. Да, я не знаю, в этом году, может быть, мы будем его проводить раз в 2 года. То есть мы посмотрим, может быть, в следующем году сделаем для малышей. Вот, но проект есть, вот, и мне кажется, что стоит, потому что дети поменяются. Может быть, где-то как-то чуть-чуть изменятся какие-то задания. Вот, ну, в общем, как-то и мы обязательно будем, ну, как бы приглашать, привлекать. Вот, и вас обязательно тоже пригласим вот на следующие такие вот творческие проекты. Я знаю, что вы активно берете участь в разных творчих вечерах. Да. И вот незабаром також буде творчий вечір. Розкажіть, будь ласка, трошки про них, тому що в нас не так багато часу залишилось, але хотілося б, щоб наші глядачі почули, дізналися і слідкували вже за новинами, коли да. можна прийти. Спасибо за вопрос. Значит, дело в том, что творческий вечер – это такая как бы традиция, была заведена, ну, где-то, наверное, лет 8-9 назад, вот, мною. То есть это была моя инициатива. Ну, в общем, я уже говорила, что я человек скромный, много музыки, ну, писалось, оно складывалось, где-то были какие-то такие отдельные выступления, но потом возникла идея. Вот это случилось, по-моему, вот тогда, если я не ошибаюсь, когда мне присвоили преподаватель высшей категории, и я решила оправдать
вот этот статус, этот уровень, что я должна подготовить и сделать настоящий концерт из своих произведений, что это будет не небольшое какое-то вот такое выступление, а это будет большой, такой форматный, серьезный, солидный уровень. Вот, и это удалось, и вот эта традиция уже поддерживается, ну, где-то лет 8-9, по-моему. Вот. И каждый год это такая традиция, что проводится концерт. Обычно это лето, где-то июнь месяц. Вот можно даже вот в газетных вырезках вот здесь посмотреть, что «Вечерний Николаев» приглашает в определенное время, значит, 21 там, июня, 15 июня, такого-то года, в помещение музыкальной школы номер 2 или в помещение музея Верещагина, с которым у меня тоже очень такие дружеские творческие связи, значит, объединяют. Вот. И вот такая была традиция. Почему летом? Потому что заканчивается учебный год, и, скажем так, с сентября по май я все-таки больше преподаватель. Вот. И мое сердце, мое время отданы больше детям, именно преподавательской работе, методической. Вот. А в июне вот оставалось где-то обычно, как правило, где-то 2-3 недели, чтобы собрать, подготовить номера вот, для концерта. Вот. И я очень хочу сказать, в смысле хочу сказать такой момент, что я стараюсь дружить с преподавателями разных школ. Я с большой благодарностью хочу отметить преподавателя музыкального училища Дедусенко Ольгу Ивановну. Это одна из лучших вокалистов нашего города, которая всегда очень любезно, значит, сотрудничает со мной. Ее студенты исполняют очень многие мои романсы, мои песни. Преподаватели 5-й школы Пономарев Сергей Иванович, прекрасный саксофонист. Он исполняет, это бессменный, скажем, исполнитель всех произведений для саксофона. У нас даже уже такой мини-концерт есть, можно уже как бы вот выступать вот с этим блоком. Вот. Преподаватель по флейте Анжелика Ткаченко, преподаватель детской музыкальной школы номер 2, это моя бывшая ученица. Вот. Прекрасное владение инструментом, очень грамотный и тонкий человек. Вот. Я тоже с ней в плане флейты сотрудничаю. Ильчук Наталья Александровна, это преподаватель высшего музыкального училища, прекрасная, одна из лучших исполнителей по скрипке. То есть вот как бы я стараюсь вот в тандеме работать с людьми творческими, и огромное им спасибо, потому что, в принципе, это, ну, как бы одно дело музыку создать, но вторая, как бы, очень важная часть, ее нужно исполнить, ее нужно очень тонко, ну, прочувствовать, вот, иногда даже исполнители мне дают какие-то свои рекомендации, то есть ты слышишь, как композитор так, а вот когда скрипач играет, он говорит, а вот я бы вам посоветовал, а можно мы сделаем вот так, то есть я всегда прислушиваюсь, очень гибко к этому, как бы, отношусь, и вот в тандеме уже рождається какое-то більш ідеальне таке прочтення. І наскільки я розумію, скоро також буде творчий вечір, так? Да, значит, я дружу, уже говорила об этом в творческом сотрудничестве с Николаевским музеем имени Верещагина. Вот там по их просьбе вот проходил концерт ко дню города, был большой концерт в июне, была заметка в «Южной правде» об этом. Я прошу прощения, не в июне, в сентябре месяце. Вот недавно был концерт тоже по приглашению музея. Это «Ночь в музее» 18 мая. Он, слава богу, очень успешно, триумфально прошел. И вот 28 июля, значит, это новое приглашение, вот, на которое я откликнулась. Это будет концерт тоже в помещении музея Верещагина. Это завершение идет цикла программ о Айвазовском. Вот, и попросили украсить вот, как бы, вот, их мероприятие, сделать свой творческий вечер из своих композиций. 28 июля в 17 часов. Вот, так что я уже сейчас занята подготовкой вот, к этому мероприятию. І от понемножку вже какие-то есть идеї, уже продумываю. Я думаю, наші глядачі обов'язково долучаться до цього свята. Вам дякую, що були сьогодні з нами, що подарували приємний настрій, теплу атмосферу. І я пропоную нашим глядачам ще хоча б хвилинку насолодитись фрагментом з минулих творчих вечорів. А ви приходьте на новий творчий вечір. Зустрінемось рівно за тиждень.